Итак, друзья, всем привет! Сегодня 19 августа 2020 года. Сегодня, друзья, у нас яблочный спас. Ну, яблоки у нас удались на славу в этом году. Видите, ну, это привой у меня к этой яблоне. Тут крупные яблоки, а там помельче. Так что яблоками я могу, друзья, вам похвастаться. Тут вот, тут будут желтые потом яблоки у меня. Это вот яблоня у меня как бы никогда еще не плодоносила. А тут в этом году, что за сорт, мы не знаем. Даже яблок много. А вот это яблоки мои любимые, вкуснейшие. Это сорт ранний. Очень мягкие они, ну и вкусные. Ну, по цвету вот такие зеленоватые они. Ну и вон там у нас большая яблоня. Она каждый год плодоносит. Я уж подрезал из этих проводов тут верхушки. Ну, яблок поменьше в этом году на этой яблоне, но тем не менее, ну, ветки клонит. Клонит. Ну что, друзья, кто-то говорил, нужно мед отбирать после медового спаса. Ну что ж, мы так и делаем, хотя начали еще отбирать его в июле месяце и продолжаем до сих пор отбирать. Ну, пока ходил Миша, у меня уже тут корпус почти весь снял. Расплода не было на рамках? Вот на вот этой вот рамке. Вот тут вот чуть-чуть, а вот на этой вот есть побольше, я не знаю, смотри. Ну, куда-нибудь в семью я ее поставлю сейчас. Есть отводок у меня. В отводок можно поставить. Так вот, друзья, рамочки полностью запечатанные, 300-й корпус. Ну, матка зашла тут, туда червила. Вот чуть-чуть вот. Буквально, ну, 20-30, может, пчелок. Тут вот тоже, наверное, все это был расплод, он вышел. Ну, это в центре, я считаю, стояла рамка. Тут перга еще есть. Ну, я вот водок эту рамочку поставлю. Это светло-коричневый сотик. Еще, друзья, хотел бы вам показать интересно. Первый год я увидел у себя на пасеке. Здесь у меня растет дуб. Когда-то я его садил. Он уже, видите, какой большой вырос. И появились вот такие вот желуди. Вот желудь. Где-то еще я видел. Вот желудь. Вот желуди, вот. Красота. Дозреют они, нет? Конечно, все, они готовые. Пока зеленые. Потом посадим эти желуди. И еще дубки будут у нас на пасеке. Итак, друзья, сейчас мы находимся на пасеке. Пасека у меня тут рядом через забор. Тут
тут нуклеусный парк у меня. Сейчас что, друзья, интересное произошло у меня здесь. Я пошел. Здесь у меня вот растут черемуха, березка. Ну и здесь вот кусты вишни у меня есть. Я пошел проверить, сколько у меня там вишни, есть ли или опала ли, собирать ее, не собирать. Пошел посмотреть, так, для интереса просто. Здесь вот черемуха у меня. Интересно все тут. Урожай хороший в этом году. Черемуха. Ну и сюда прохожу, смотрю. Да, вот она, вишня-то у меня тут есть. И спелая. Можно ее собирать. Вот, вот грозди вишни. И что получается? Нагибаюсь и смотрю. А у меня здесь грибы растут. Вот такой вот гриб на пасеке, рядом с пасекой, возле нуклеусного парка. Это у меня подосиновик. Вот такой красавчик. Сейчас у нас дожди идут. И что? Вот дожди-то и вырос. Надо будет пройти тут всю мою окрестность. Может, где еще грибочки есть. Ну что, можно и насобирать, наверное, будет на гумницу. А вишня-то спелая, друзья. Спелая, спелая. Ну, вишню, друзья, я когда-то здесь посадил. Давно она у меня разрослась, растет. Ну и плодоносит. А здесь у меня вот посажена липка, липа. У меня еще липа здесь по участку есть. Небольшие деревья. А пусть они растут. Ну ладно, друзья, я пошел работать дальше. Миша меня ждет. Так что будем снимать дальше магазины. Там корпус еще есть у нас на полномедную рамку, на большую рамку 300. Ну, будем снимать сейчас. Опять все обдымили. Что пчела ушла у нас вниз. Вот эта рамочка пустая у них. Ну, капельки, я не считаю, капельки меда есть. Но это говорит о том, что место для меда у них было. Так, да. Угу. Ну вот, уже там пошла медовая рамка, печатка. Сейчас пчелы менее такие активные стали, так как ночь холодная была. Вчера целый день дождь. И как бы пчелы-то в сонном состоянии уже. При такой погоде холодной. Ветер сегодня. Но мы работаем, невзирая на все погодные условия. А в нашем регионе-то чего ждать? Ждать нечего. В какую погоду? Погода для них, для пчел, что может быть? Так, облететься, ну, а особо, какой взяток сейчас? Ну, особо взятки у них сейчас не будет. Все уже. 19 августа. Да, друзья, вот такие вот рамочки.
Но это, друзья, не наша система работы. Не наша система работы с такими рамками, с корпусами. В этом году, друзья, у нас просто вынужденная обстановка получилась. Медосбор оказался очень-очень бурный у нас на Урале. На пасеке, какие были заготовлены у нас новые магазины, рамки новые, все это в лед ушло. Все это мы подставили. И все это быстро закончилось. Пришлось ставить вот такие вот рамки. Рамки на 300. Ну и корпус можно посмотреть, увидеть, что корпус состоит из двух магазинов. Два магазина поставили, у нас получился корпус. Ну, в принципе, неплохо. На стационаре получили вот. Корпус на 300, да, Миша, получается? Ну, на стационаре у нас семьи в основном участвовали в мотководстве. Бралась пчела у нас в летний период. Занимались маточным молочком, отбирали маток. Это все было на стационаре. Тем не менее, мы еще и получили мед на стационаре. Хотя особо и не планировали в этом году. Да и каждый год, когда остаются пчелы на стационаре, там либо отводки, либо участвующие в мотководстве пчелосемьи. А все, что нужное, мы возим на тачки. Ну вот, отобрали медок и поехали.